Друзья, привет! Меня зовут Эмиль Хачатурян, я гитарист, музыкант, композитор, и я один из представителей жюри конкурса Golden Time Talent. И я хотел бы сказать, что вот уже второй или третий сезон подряд, если я не ошибаюсь, мне сложно назвать лучших, потому что столько прекрасных исполнителей, что мне приходится фотографировать или записывать в телефон для того, чтобы кого-то выделить. В принципе, я бы выделил всех, потому что, ну, уровень потрясающий, ребята все молодцы в любой возрастной категории, это очень здорово, молодцы. И я вот несколько человек хочу выделить все же отдельно. Итак, Смирнова Алиса, поп-вокал в категории, очень мне понравилось. Потом Влада Витвицка, получается, да, по-моему, так, тоже поп-вокал. Потом Бренда Кричански, тоже поп-вокал, это вот из вокалистов. Мария Анисочкина, фортепиано. Дальше Светко Денис, скрипка, просто потрясающая. Власова Анастасия, вы видите, я прям вот подглядываю, специально делал скриншоты, потому что, ну, невозможно запомнить столько потрясающих исполнителей. Дима Кобзев, Александр Стецюк, Алекс Ракс, если я правильно назвал, потому что через дробь написан именно этот видеоролик. Потом Black Sea Symphony Orchestra, тоже. Тут маленькая девочка, которая играет на фортепиано вместе с оркестром. Я не знаю, как девочку зовут, но вот подписано Black Sea Symphony Orchestra. Это потрясающе, просто реально, просто круть в таком возрасте так исполнять. Татьяна Кузнецова, композитор, инструментальная музыка. Вот, ну я не знаю, сколько вы насчитали, 7, 6, 8, это реально просто малая толика из того, кого хотелось бы отметить, поэтому, ребят, так держать очень круто, реально очень круто.